Казахстан в цифре. Министр информации и коммуникации Даурен Абаев рассказал в парламенте о будущем и настоящем цифровизации. Что изменят цифровые технологии в жизни казахстанцев и как обезопасят ее? Все в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Цифровизация привнесла в жизнь казахстанцев только массу положительного. Кажется, еще вчера получение документа, удостоверяющего личность, зависело от вашего проворства в очереди длиной в несколько дней, а после – от благосклонности ответственного сотрудника паспортного стола. А еще нужно было успеть посетить паспортный до обеда, и именно в тот благословенный день, когда учреждение работает. О тех временах сегодня кто-то не вспомнит, другие и вовсе не поверят, что такое возможно. Получить большинство документов сегодня совсем не проблема. Да и сделать это можно, не вставая из-за компьютера. Одно из новшеств – получение госуслуг по биометрическим данным. Никаких удостоверений и электронно-цифровых подписей. Нужны только отпечаток пальца и собственное лицо. Цифровизация же поможет сделать жизнь жителей большой страны еще безопасней. К примеру, заключение сделок может не быть связано с рисками того, что их участников каким-то образом обманут. Очень важный вопрос для нас – внедрение технологии блокчейн. Это распределенная система, база данных, когда невозможно будет, участников очень много, и чтобы внести какие-то изменения, требуется изменения внести во все базы данных. Это может быть и тысячи. То есть это очень существенный удар будет, в том числе, наверное, по каким-то изменениям данных. Это будет на прозрачность госорганов выведет на совершенно уникальный уровень. К примеру, вот мы несколько пилотов ведем, и в качестве первых пилотов можем регистр недвижимости провести. То есть купля-продажа квартиры будет, то есть вы будете видеть всех людей, которые покупали, продавали, допустим, квартиру, которая сейчас вам принадлежит, кто какие вносил изменения, кто за какую цену это покупал. То есть вы будете видеть всю эту цепочку людей, и эту цепочку невозможно будет изменить. Это очень важная, большая работа. Блокчейн позволит увидеть всех участников сделки, так или иначе к ней причастных. Вне зависимости от того, в какое время они к этой сделке имели отношение. Если мы введем технологию блокчейна куплю-продажи машин, вы будете видеть всю цепочку машины, когда ремонт проходила, где была в аварии, как было. То есть всю, это будет, соответственно, сказываться на прозрачности, цене, ну и так далее, и так далее. То есть мы заинтересованы в том, чтобы технология блокчейн повсеместно в гос, по крайней мере, в работе государственных органов внедрялась. Все та же цифра будет способствовать и искоренению серого рынка мобильных устройств приема-передачи данных. Регистрация сотовых телефонов попросту не оставит поля для работы мобильным мошенникам и ворам. Во всех ЦОНах, во всех отделениях касс, почты, везде идет оповещение. Но я думаю, что благодаря этому мы в том числе и наведем порядок в количестве абонентов, наверное. То есть мы увидим реально, кто и пользователь абонент, кто давно не пользуется им, кто... То есть вот эту систему, весь этот рынок, вместо Бекона, благодаря регистрации мы сделаем белым. То есть уйдут серые зоны, уйдут черные зоны. Все телефоны в Казахстане, которые будут зарегистрированы, работать, это уплата налогов, это средства, в том числе и против правонарушений. Я уже не раз говорил, 80% правонарушений против детей совершаются, забирают сотовые телефоны. То есть если мы хотя бы благодаря этой регистрации сократим на 80% ювенальное правонарушение, это будет уже очень большим нашим шагом. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь, а цифру по-казахстански уже приводят в пример в зарубежных государствах. Узнать же обо всех новинках в подробностях вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан».